Всем привет! Перед началом видео я хочу вам сказать, что у меня есть группа ВКонтакте. В ней я ничего не делаю, но иногда я буду вам говорить, вдруг там надо будет проголосовать или что-либо написать. Поэтому вступите, если не лень. Ссылка будет в описании. Там, кстати, есть два обсуждения. В одно из них вы можете написать мне вопросы, а во второе — идеи для видео, какие-нибудь пожелания и все такое. А сегодня я расскажу вам немного о своей собаке. Поехали! Порода чихуахуа, зовут его Фантик. Не Фунтик, не Бантик, Фантик. Родился он 14 июня 2012 года, то есть ему уже 4 года. Взрослый парень. Появился у нас в возрасте 2 месяцев, как подарок мне на 1 сентября. По-моему, я шла в 4 класс. Гладкошерстный, цвет такой не совсем рыжий, немного коричневатый, с белым. Ну, в общем, вы сами видите. Весит 3 килограмма, такая золотая серединка. Папа у Фантика шикарный итальянец, зовут его Лукас. Он ездит на всякие выставки, безумно вообще красивая собака. А мама обычная, можно даже сказать, страшненькая. У нее длинный нос, сама по себе она большая и кривой хвост. Кстати, хвост нашей собаки пошел у мамы. Вы видите, как он загибается. А должен быть вот так. На мой взгляд, у нас очень умный и послушный пес, особенно по рассказам остальных. Он никогда не драл обои. Какие такие обои? Не крыс провода, не портил мебель, писает и какает только на улице. Знает такие команды, как сидеть. Фантик, сидеть. Лежать. Фантик, лежать. Лежать. Молодец, держи. Стоять. Фантик, стоять. Стоять. Стоять, Фантик. Все, иди, беги. А больше мы его никто и не учил. Фантик безумно любит ковры копать, их тереться, вытираться, просто лежать. А еще гулять и курочку со стола. Наш барбос безумно ревнивый. Если я поглажу другую собаку и это увидит он, то капец той собаке, которую я гладила. Кстати, некоторые выгуливают своих собак только на поводке, ибо они могут убежать. Не знаю, у нас такой проблемы нет. Да, пойдем. Голуби. Кто там, папа приехал? Ты чего? Ну что, хорошо позировал? Угу. Правильно. Все время стоит. Правильно. Ой. Вот и все, я рассказала вам о своем животном, а вы пишите о своих в комментариях, например, как зовут. Всем спасибо за просмотр, пока! Фантик, ну не лежи, пищу на камеру. И так всю прогулку. Ну вот такая фантик, смотрите, если он посмотрит у меня жопой.